Всем привет, друзья! С вами снова Кот, и перед тем, как мы будем проходить очередную миссию в игре Arma 3, я хотел бы вас поздравить всех с наступающим Новым Годом, пожелать всего самого наилучшего, ну а мы, пожалуй, начнем. Данный сценарий называется Red Tide. Довольно-таки коротенький сценарий. Нам нужно захватить пару точек. Противник где-то прячется. Подойдем поближе. Да где он там? Минометы начали работать. Этот уже все. О, здрасте. Минус один. Трое готовые. Первое задание выполнено. Ну да, тут чисто. Идем дальше. Кого они там заметили? Нам нужно двигаться вот к этой точке. Минус группа противника. Там трубу можно подобрать. Вдруг пригодится. Неизвестно, что там будет дальше. Ладно, обойдем. Может, гранатой получится. Где-то спрятался. Пока не видно. Готовый.
вот и следующая точка, которую надо захватить. Неплохо охраняется. Сюда бы что-нибудь с оптическим прицелом, было бы проще. Вроде снял. Надо вот так попробовать. И, возможно, их количество там уменьшится. Один вышел. Еще один выходит. Вот и все. Попробовать с этой стороны зайти. Да их тут больше, чем кажется. Да неужели? Спасибо за медикаменты. Минус. Еще один готовый. Хотел выйти, но далеко не ушел. Не знаю, был там кто или нет, но на всякий случай не помешает.
Готовый. Еще минус один. Противник. Вот так вот. Ладно, теперь можно тут попробовать зачистить. Возможно, тут много таких будет лежачих. Тут главное стараться аккуратно действовать. В другую сторону смотрел, меня не заметил, а мог бы и грохнуть. Слева вроде чисто, справа тоже чисто. И где он там? В том сарае, что ли, засел? Хоть бы показался. Сейчас все будет. Так. Один есть. Но это еще не все. Наверное, это был он. Хотя, может, и нет. Но кто-то еще остался. Сейчас посмотрим. Минус. Задание выполнено. А на этом пока что все. Еще раз всех с праздником. Всем спасибо за просмотр. С вами был Кот. Поставь лайк, не забудь подписаться на канал, а также нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Всем пока.